Ой, доброе утро. Чё там звонит? А, будильник. Чё он так далеко? И всем приветики, мои секретики. И вы сейчас в моем канале Secret Talk. И сегодня у нас будет видео на тему влог, как проходит наш день в общежитии. Так что давайте же не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем приятного просмотра. О боже, я уже не помню, что я вчера делала и как он там оказался вообще. Доброе утро, Молли. Молли? Так, ладно, Молли, потом сначала мы возьмем мой телефон и отключим этот будильник, чтобы он не звенел больше. Сейчас как зазвенит через 5 минут, вот этого я точно напугаюсь. Молли, ты что тут делаешь? Я играю. На фортепиано? Ну, да. А что так рано? Ну, потому что я репетирую. В смысле? Ты что ли, когда ты выступать будешь? Угу. О, круто! И когда? Я это еще храню в секрете, но готовлю программу. Небольшую. Обалдеть! Я уже нашла место, в которое меня могут принять. У меня же есть моя соцсеть, по которой меня нашли какие-то люди. Предложили, чтобы я им дала концерт в их клубе, ресторане. И что? Ну, у них довольно приличные рестораны, я его знаю. Круто! Господи, как я за тебя рада! Ой, спасибо огромное, Силия. Ну ладно, ты репетируй, а я пойду. Угу. А ты чего так рано встала? Время же только 8. Да, у меня свои дела есть. Ну, смотри. Давай, давай. Мадам, чаю не хочешь? Ну, хочу. По крайней мере, не отказалась бы. Ой, Силия. Доброе утро. Ты чего так рано? Доброе утро, Джо. Прости, что так напугала. Да не, все нормально, это я просто... Все в порядке? Да, точно, все в порядке. Ты играл в игрушку, у нас сегодня война. А, ясно. За которую мы получим решающий балл. Ну, очки, в общем. Ну, ты, наверное, ничего не понимаешь. Да, ладно, ладно, все я понимаю. Ничего. От чая бы я не отказалась. Кофе? Ну, просто выберем. Ну, просто выберем. Я кофе буду. Да, мне-ка-то без разницы. Хоть чай, хоть кофе. Ну ладно. Что завтракать будешь? Давай яичницу с беконом. Но я это сама уже приготовлю. А это у нас готово со вчерашнего дня. А, ну тогда я наложу, а ты пока что можешь напитки приготовить. Угу. Тарелки такие странные. Да они вроде как новые. Ой, совсем забыл, кофе уже. Остывает. А я-то думаю, что ты там стоишь? А чайник у тебя сейчас не взорвется? Ой, точно. Держите, мадам. О, мадам. Ну ладно. Я просто привык так всех называть. Да, да, да! О, господи, ты, боже мой, ты что тут так орешь-то? Разорался, сейчас всех разбудишь. А все, кто надо, уже проснулись давно. Ой. Ладно. Главное, бой сейчас не переиграть. Понятно, походу он привык не убирать за собой посуду. Ну ладно, за чай ему спасибо. Ребят, вы в курсе, что у нас вообще-то для наших питомцев нету ни одного корма? Молли, ты тоже тут? Что ты говоришь? У наших питомцев заканчивается корм, а у Рики его и вовсе нету. Значит, надо кому-то сходить за ним. Ой, я уже совсем забыла, что я должна была в спортзал так-то пойти. О, блин, я тоже что-то забыл. Что? Тоже ходишь в спортзал? Ну, я чисто, да. Кевин уже утопал на тренировке, а я так, кинул баскетбол. Просто хожу на тренировки, да и все. Ну, ясно. В какой спортзал? А он в аквапарке там какой-то находится. Блин, ты серьезно, что ли? Ну, а что? Я туда же хожу? Ничего себе. Да просто он такой популярный, типа, туда все ходят. Ну, тогда пошли вместе, а то как раз вспомнили. Да, да, пойдите вместе. Молли, ты на что-то намекаешь? Нет, 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 абсолютно ни на что. И еще потом за кормом зайдите. Ладно. Давайте, давайте, бегом, бегом. Молли, ты что? Выгнать нас из дома хочешь? Да нет, просто мне нужно репетировать, и я немножечко тут стесняюсь. Вот. Стесняется она тут. Какие нам тут эти раздавала композиции, а сейчас стесняется. Да, стесняюсь вообще-то. Блин, спортивную одежду мне нужно как-то с собой взять. Куда мне ее положить? В рюкзак она у меня не поместится, а сумка слишком большая будет. И рюкзак тащить не хочется. Силия, ты готова?
Я, по сути, да, готова, но просто не знаю, куда мне положить спортивную одежду. Так положи мне в сумку. В сумку? Ну да, у меня есть спортивная сумка, вот, специально. Она еще с баскетбола осталась, точнее, с соревнований. Вот и все. Ничего себе, круто. Пока, Молли, мы ушли. О, ничего себе поворотики. Джо никогда так быстро не одевался. Молли, хватит уже. Все, я молчу. Вот и молчи. Все-таки что-то здесь есть. Ну вот мы и пришли. Да, здесь сразу такая летняя атмосфера ощущается. Да, соглашусь. Я всегда удивляюсь, как тут работают фонтаны, даже в такое время. Угу. Какую раздевалку выберешь? Ну я эту. Тогда я с тобой по соседству. Угу. Забираю свою форму. Спасибо. Так, я готова. Джо, ты скоро? Да-да, сейчас. Все, я тоже готов. Так, ну все, пришли. Надо выбрать какое-нибудь место подходящее. Без людей точно. А что тебе? Да я просто тоже стесняюсь, как Молли, только из-за... Там... Ну, короче, ладно. Хоп-хоп-хоп, быстро-быстро-быстро. Виталик, ты что разогнался? Ты меня знаешь. Вообще-то да, мы летом с тобой виделись. Ничего себе. Это кто? Виталик. Он у нас тут местный тренер. Вообще, на самом деле, бесит меня. Так прямо? Да, сразу. И чего ты тут стесняешься тогда? И раз, и два, и три, и четыре. Все, я задохнулась. Потянусь к ногам. Теперь я тогда поприседаю. Раз, два, три. Я тоже все. Коктейль сделал. Ну-ка дай. Да это что, необычное смузи, милкшейки? Это... Да, я хотела тебя предупредить, но ты меня не послушала. Но я тебя предупреждал. Тиле, что ты от меня убегаешь? Ну, потому что... Что с ней происходит? Ты куда мчишься-то? Дай мне просто переодеться. Я просто не очень вкусно пахну, мне нужно в душ. Ну, ладно. Я тогда пойду в этот, в холодный. Холодно! Ой, ты здесь, что ли? Я там выбрал какой-то сначала душ, а потом передумал. Ну ладно. Так, я тоже готов. Пошли тогда за кормом. Да, за кормом для животных, а затем пойдем уже домой. Держи сумку. Угу. Спасибо, до свидания. До свидания. Подождите, у нас для вас будет на завтра скидка. Ой, извините, мне звонят. Подождите. Да подождите же. Пожалуйста, постой здесь. Ну ладно. Для влюбленных пар будет... Ой, скидочка. Что? Скидочка на вот эти все вещи и на приход в спортзал. Вот вам визиточка. Спасибо, мы не влюбленная пара вообще. Мы даже не друзья, мы знакомые. Ой, простите. Тогда извините, до свидания. До свидания. А если что, приходите. Ну что там? А что тебе Молли звонила? Сказала, напомнила точнее про корм. Да ничего он не сказал. Ну тогда пошли. Мадам, можно не мы? Если вы хотите быть заперти, то так и скажите. Нет, пожалуйста. Просто я не собираюсь выполнить это задание. Это уже слишком. Зачем так поступать? Слушай, ты сюда, горбатый носик. Я тебе сейчас такое устрою. Что вы делаете? Ешь огуречек. Он тебе очень понравится. Ну зачем? Чтоб ты меня послушал хоть раз. Ты до сих пор не хочешь выполнить задание? Я огурец тоже есть не буду. Как ты смеешь? Что вы? Зачем? Бесит меня твой напарник. Если ты хочешь за него отплатить, не хочешь туда же попасть вместе с ним, то пошла выполнять задание, которое я ему поручала. Хорошо, хорошо, я все для вас сделаю. Только его отпустите. Обязательно. Бегом! Кто там? Что? Здравствуйте. Что вам от меня нужно? Здравствуйте. Вот, посылка.
Зачем мне она? От кого она? Внутри нее письмо. Можете посмотреть, от кого она. Ну, ладно. Спасибо. Может, вы ее обратно себе заберете? Нет, вы что? Я вам никак не наврежу. Вы просто возьмите посылку и все. Ну, вы не похожи как-то на почтальона. Тем более сейчас все посылки забираются на почте. Их не приносят домой, только письма. А мне вам попросили принести посылку. Спасибо, до свидания. До свидания. И что это? Дорогая внучка, вот тебе гостинцы от нас. Полакомься. Твои бабушка и дедушка. Любим тебя. Бабушка и дедушка? Чего бы они не присылали гостинцы? Никогда так не делали. Ну тут тыква. Затем кукурузные палочки. И лимонад. Ничего себе. Какая большая бутылка. Так, еще раз. Может, попью и станет лучше? Что ж такое? Сейчас еще кукурузную поем. Безупречно! Где они такой вкусно изготавливают? Надо будет потом спросить как-нибудь. Сейчас еще раз. На ключ ее не учили закрываться. Прости. Но мне мой человек любимый дороже, чем ты. По-моему, в этом обычном магазине мы только для собак найдем. А для Рики морковки не найдем. Да почему? Вот морковка. Ну тогда бери морковку и пошли уже домой наконец-то. Ой, что же мне сегодня все названивают? Кто теперь? Теперь Кевин. Алло, Кевин. Алло, Силия, немедленно приходите вместе с Джо. Если вы вместе, конечно. Ну да, мы в магазине сейчас покупаем корм. А что случилось? Наше общежитие горит. Что? Господи! Мы сейчас немедленно бежим, ждите нас! Что случилось? Наше общежитие горит. Что? Бросай все, погнали! И на этом наша первая часть подходит к концу. Если вы хотите увидеть, что произойдет дальше, то обязательно не пропустите вторую часть нашего видео. А чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ставьте лайк и напишите в комментариях, как думаете, для чего они это сделали и по какой причине. Ну а на этом сегодня все. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике.